говорити заключну проповідь, призвати до молитви. Але в кінці зібрання після молитви я просив би братів, які роблять матеріальний збір, стояти в дверях, і ми соберемо жертву для наших братів і сестер, для наших земляків там на Україні. Передамо через Сергія, який буде завтра улітати на Київ на Україну. Так що, хай Бог благословить Сергія, помолимося за нього, щоб Бог благословив їх, їхню дорогу. І там, щоб хранили Україну, далі будемо продовжувати молитися за Україну і допомагати фінансово, все, що можемо робити. Хай благословить нас. Будь ласка, Юра. Слава нашему Господу! Мы сразу же перейдем к Слову. Мы сразу перейдем к Слову, учитывая то, что время, день склонился к вечеру. Мы имели сегодня утром прекрасное служение, прекрасное Слово, молитвы о детях. И темой моей проповеди есть... Очень интересная мысль. Она родилась у меня несколько недель назад, когда я сидел на третьем или четвертом ряду с левой стороны от меня. И вы помните, брат Войтович такой, щирый украинец был, он имел проповедь на тему «У яки двери ты заходишь». Помните, друзья, или нет? Помните, да? «У яки двери ты заходишь». И он говорил о храме, там, где получили исцеление этот храмой. И буквально в тот день брат Виктор Мельник подошел ко мне, говорит, брат Юра, в среду в тебя слово будет. Я говорю, хорошо, спасибо, брат, брат Виктор, я буду готовиться. И как раз в тот момент, когда Вайтович, брат Василий, говорил, Эту тему я внутренне почувствовал в разумлении. Продолжить эту тему. У какие двери ты или вы заходите, и у яких векон мы сидимо? Это так по-украински. В какие двери вы заходите? Ну, когда мы зашли в двери, зашли в помещение, в дом, Помещение или дом или или квартира наша, она имеет окна. Так вот у каких окон мы сидим? Я молился и молюсь, чтобы это слово было благословением для сидящих в этом зале, а также те, которые встречаются с нами сегодня онлайн. Встречаются с нами сегодня онлайн. Общество, в, которых, в котором мы живем, последнее время оно разношерстное общество. И вот как Дух Святой говорит по многим местам, что к лучшему не идет. Да, мы молимся о благосостоянии города, в котором мы живем, чтобы при его благосостоянии и нам было хорошо. Но мы являемся частью этого общества. Мы являемся частью общества. Почему? Мы, мы, мы мы инвестируем в это общество нашими временем, нашими силами, нашим здоровьем, нашими работами, нашим бизнесом, э, детьми инвестируем. То есть мы добавляем к благосостоянию этого общества. Но как христиане, кроме этого всего мною перечисленного выше, мы инвестируем в это общество ну, нашими молитвами, нашей богоугодной жизнью перед Господом. То есть христиане и церковь – это особая категория людей. И старший пастор сегодня утром говорил, начинал свою проповедь, что такое церковь, для чего она предназначена. То есть это будет следующей частью его проповеди. Но вот это общество, в котором мы живем, оно мне в некой мере напоминает человека, который сорвался с многоэтажного дома. И вот он стремительно несется вниз. Это, к сожалению, это отступившая от Бога, ну, в большой части своей, отвергнувшая Бога Америка. И вот он пролетает мимо окон, он пролетел мимо 50 этажа, а люди смотрят в окна, в ужасе и кричать ему, ты же разобьешься, ты несешься стремительно к твоему концу. А он, этот человек, это общество, говорит, ничего страшного, все будет окей, okay. не переживайте, все будет, он дальше летит, это был сороковый этаж, он пролетает мимо двадцатого этажа, и ему кричат, кричат, да ты же разобьешься, тебе осталось мгновение жизни. Он, улыбаясь, хладнокровно говорит, да вы зря переживаете, зря вы панику поднимаете, все будет хорошо. Духовные, разумеете мораль вот этой мысли. Я далек от мысли сегодня утруждать вас строением, ну, или строительством дома. Мне, по-моему, вчера или позавчера один из присутствующих братьев говорил, что здесь среди, среди нас есть хорошие фреймовщики. Они знают детали этого, этого бизнеса, как правильно фрейм поставить, какое окно и где, и какие двери. То есть, братья говорят, здесь специалисты большего класса даже учат других. Я не буду утруждать вас ну, относительно физического явления, что такое окно. Я буду говорить об окнах, в котором мы сидим, в которых мы сидим. Не физические окна, а окна как состояние нашего сердца, наше мировоззрение христианское как состояние. То есть, как наше душевное, духовное положение, не в физических окнах. Итак, первое место, откройте, пожалуйста, вы сейчас увидите это на экране. Это будет судья, книга судей, 5 глава, с 28 стиха. Пока наши операторы высвечивают, Слава тебе, Господи. Да. В окно выглядывает и вопит мать Сисарина сквозь решетку, что долго не идет колесница его, что медлят колеса колесниц его. Бежу, беру через один стих, 30 стих. Верно, они нашли, делят добычу по девице, по две девицы на каждую войну. В добычу полученная разноцветная одежда, сисаре, полученная в добычу разноцветная одежда, вышитая с обоих сторон, снятая с плеч пленника. Я почувствовал удивление, некое такое замешательство. А, а о чем речь, Юра? А, 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 а при чем здесь мать Сесары? Приложу толкование. Приложу толкование. Это воспетая победоносная песнь Диворы. Очень сжато сокращаю. Вы знаете эту историю, как Дивора и Варак принесли победу для израильтян. И после этой победы. 40 лет Израиль покоился в безопасности, в мире после победы Деворы и Варака. Девора и Варака, Девора, она была пророчицей и она была судьей. И вот она побудила Варака, побудила, чтобы израильский народ в лице Варака, он свергнул Иго Хананеев, которые хотела над Израилем долгое время. А враг говорит, если ты со мной пойдешь, я пойду. Бегло сокращаю. Знаете, чем кончилось? Он насобирал 10 тысяч этих воинов и выступил против Сесары. И вот после сильнейшего поражения в меньшинстве был израильский народ, и он победил с и войской его неприятеля, то есть Хананея в большом количестве. И написано, Девора воспела. Это так и называется в Библии победоносная песнь Деворы. И я говорю, а при чем здесь мать Сесары? Меня с Иной пригласили в Сакраменто в один дом. Этот братик широко известный, не буду говорить его имя. Он несколько раз звонил: "Юра, хочу вас пригласить. Вот хочу вас пригласить домой. Вот приедьте. Ну и по неотступности я говорю, и нам мы должны. Вот должны просто". И вот мы подъезжаем к его дому. Я увидел, что это что-то серьезное. Открываются ворота. Мы въехали в этот дом. И заводят нас в этот дом, в это помещение. И вот муж с женой, они так в наших глазах хотели увидеть впечатление. Они повели нас по нижним этажам, а затем так подходим к лифту. И он нажимает кнопку лифта и поднимает нас на второй, на третий этаж. Так все красиво, все красиво. И потом говорит, у меня еще есть что-то, брат Юра, и заводит нас иной в кинотеатр. А монитор его кинотеатра в раз пять больше вот этого монитора. Представьте. Мягкие кресла, кино, смотрят. И вот накрыли стол, мы сидим, и совершили молитву. И до того, как мы приступили к ужину, уже было позднее время, я говорю, позвольте вас спросить, а где ваши дети? И дрогнуло сердце Давида. Я понял, что я наступил на очень больное место, а детей нет. Мать Сесары вопиет о добыче. Добыча, сын, это ее сын, а здесь даже Писание говорит, даже не говорит, как зовут мать Сесары. И нигде больше не говорится об, об, об этой матери, нигде. Видно, дух Святой положил в этой победноносной победной песне Богу, которую воспела Девора, видно, положил на сердце именно для нас, живущих в последнее время, сказать эти слова, дорогие матери. Что в наших устах? Сидим ли мы в... Я назвал это окно приобретение и добычи. Материальное. Очень хорошо, когда родители, вы матеря, вы отцы, заботитесь, обеспечивая свою семью. Это по Писанию. Это так здорово. Но если мы были внимательны утром, брат Коля говорил, что есть нечто другое, то, что вы можете передать. Это названо верой евангельской. Говорил брат Коля об этом? Говорил, вижу, киваете. Вот это самое ценное и самое важное. Для нас, христиан, вера – это не хобби и не увлечение. Вера – это стиль нашей жизни. Это образ нашей жизни. Это наше жизненное кредо. Вот что такое вера христианская. я новости вам не открываю о том, что так как обеспечена сегодня Америка, ни одна из стран мира так не обеспечена. Материально. Отовсюду. И братья с этого места часто напоминают нам, чтобы мы не забыли, что наши холодильники полны. Наши закрома переполнены. Наши кладовые наполнены не забудь Господа Бога твоего. Господь много говорил к израильскому народу, когда войдешь в землю, текущую молоком и медом, смотри, не забудь Господа Бога, который рукою крепкую вывел тебя из земли египетской, а конницу фараона погубил. Это напоминание для нас. Окно обогащения, желание добычи. Нет ничего плохого в этом. Имея силу, способности, имея достаток, приобретать, чтобы уделять нуждающимся. Украина нуждается в помощи. Вдовы сирота нуждаются в помощи. Я слышал цифры, как наша церковь в этом особо усердствует. На уровне других церквей это прекрасный показатель. Да благословит вас в этом Господь. И весь народ сказал: Аминь". Аминь, слава Господу, слава Господу, что рука дающая не скудеет, и Господь наполняет и добавляет и, до... и слава Господу. То есть богатство само в себе оно не имеет греха в самом, но когда оно попадает в руки, в руки нехорошего человека. Ни христианина, ни рожденного свыше. О, оно имеет такие свойства нехорошие. К себе, к себе, к себе, к себе, давай, давай, давай. У ненасытимости несколько сестер. Это давай, давай, давай. А у христианина, знаете что? Пускаешь хлеб под поводом, отдаешь. Это как Христос сделал. Раздал, расточил. И его праведность пребывает как? Вовек пребывает. Так Писание говорит. Иаков говорит в пятой главе, в первом стихе. Смотрите, что Иаков говорит. Пятая глава, первый стих. Смотрите. Послушайте, вы богатые. Но ударение Писание ударение не делает на первый стих. Писание ударение делает на четвертый стих. Включите, пожалуйста, четвертый стих. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля, вопиет, поля ваши вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Бога Саву. Вот в чем проблема. Не проблема а в богатстве. Иаков – это интересный, очень интересный апостол, брат Иисуса Христа. Это столб, кстати, это столб Иерусалимской церкви. Апостол Павел, посланник Галатам во второй главе 9 стихом, можете высветить, он говорит, кто ему протянул руку в свое время – ну, видите, «и узнав о благодати, данной мне Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, протянули ему руку». Это об этом Иакове написано, брат Иисуса Христа. То есть это, это не был там, ну, проповедник. Столп, столб. А историки говорят, что Иерусалимская церковь первоапостольского на, 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 насчитывала 20 тысяч членов церкви. Это, это очень много. Настолько распространялась благая весть. Поэтому проблема, и смотрите, что он говорит, послушайте вы, это такой интересный оборот речи, эй, ю, молодежь знает, что это такое, Ты, вы никогда не обращаетесь, там, вы не скажете, эй, ю, это некрасиво, это не культурно, это не по уставу, это неправильное оборот речи, эй, ю, вы, вы для того, уважая человека, вы подходите и как-то более вежливой форме вы говорите ну, свое предложение. А он, апостол, послушайте вы. То есть это как будто гвоздь забил молотком. Послушайте вы. У этого окна, если это слово не... Я понимаю, друзья мои, я понимаю что-то очень важное. Среди нас нет олигархов здесь, но Господь дает нам обеспечение необходимое для того, как мы выше с вами говорили, для того, чтобы мы нормально жили и уделяли нуждающимся. Мы не богаты, но мы довольно достаточно обеспечены для того, чтобы благодарить Господа. То ли в изобилии, то ли в скудости, но мы благодарим Господа. Следующее, пожалуйста. Второе, пожалуйста, Второе царство 6.16. Царств 6.16. Когда входил ковчег Господин в город Давидова, Милхола, дочь Саула, смотрела в окно и увидел царя Давида, скачущего и плящущего пред Господом, уничижила его в сердце своем. Это окно критики, уничижения. сидим мы в этом окне, зачастую садимся у этого окна, окно Милхолы. Первое окно было матери Сесары, а второе окно Милхолы. К сожалению, бывает, друзья. Я слышу это так. Я слышу, к сожалению, даже среди Божьего народа. Бывает. Мы уничижим в своих глазах, унизим одного или второго. Опустим кого-то, кого-то поднимем. Писание говорит, не должно так быть, братья. Не сетуйте друг на друга. Ибо судья стоит у дверей. Апостол Павел говорит, мы можем позволять себе критику Милхолы. Можем позволять, правда? Кому-то не нравится регент хора слишком высокий а кому-то диакон, служитель, слишком низкий. Сохрани нас, Господь, в этом. Сохрани нас, Господь. Церковь, о чем мы сегодня утром слышали, это та категория людей, которые любят друг друга, ценят друг друга, дорожит друг другом. И поднимает друг друга. Кто-то упал, кто-то ослабел, кто-то споткнулся, а мы подходим и говорим, слушай, брат, держись, я молюсь за тебя, пожалуйста, вставай, не лежи, не лежи, это ненормально, это ненормально. Давно я тебя в церкви не видел, я хочу тебя видеть в церкви, пожалуйста. А увидел на парковке, взял его за руку и переводишь, говорю, я хочу с тобой сидеть. Я хочу, давай вместе сидеть. Так, вот что такое общество людей. Вот что такое общество рожденных свыше детей Божьих. Это я говорю о вас. Это я не говорю, так, знаете, ну, потусторонне. Я говорю о вас. Я говорю о нас с вами. Вот какую Господь видит нас с вами, как церковь. Вот кого Он нас видит. Это и молодежь. И средний возраст, и молодожены, и дети. Это о вас. Сохрани, Господь, критику. А если мы позволяем в кругу в обеден... обеденного стола критиковать? Ну, мы так устроены. Ну, хочется сказать свое мнение. Но это... мы же люди. В этом нет ничего плохого. Нет ничего. Но когда наша критика... Есть критика созидающая. Знаете, что такое созидающий? Когда мы подошли, с любовью, то есть она будет созидать, она не будет разрушать, нарушать мир в сердце. Если Господь ложит на сердце вам кому-то подойти и сказать, то ли служителя это делают, то ли братья и сестры друг к другу, дабы даже обличить с любовью, если это будет сделано с любовью, не с критикой, чтобы опустить, а с тем, чтобы поднять, ободрить или ободрить, ну, чтобы поддержать. Ваша критика, она обязательно будет принята, и она будет с радостью принята. На днях я провел тысячный эфир. Это был юбилей у нас был в служении из Сакрамента тысяча. Тысяча, тысяча эфиров я провел по 60 минут. Из этих тысяч я имел неоднократную критику. Вот неоднократную. Брат Юра, и звонили со всех уголков земного шара. говорю истину. Или писали. Брат Юра, там ты сказал, или то. Я думаю, слушай, я пропустил. Как я так? Действительно, действительно. То есть не было в меня, на сердце не было так, чтобы Хорю, чтобы мне говорить. И Дух Святой через это меня учил. А как же смиришься? А как же? Смиришься, да, да. Прошу прощения. Прошу прощения, да. Была моя недоработка. Спасибо, что вы подсказали. Это созидающая критика. По-украински будующая критика. Будующая. Следующее, друзья, это открываем это 4 царств 9.30. Высветите, пожалуйста, 4 царств 9.30. Господи, слава Тебе за это слово. «И прибыл Иуй в Израиль. И Изавель же, получивший весть, нарумянили лицо свое и украсила голову свою, и глядела в окно. Окно Елизавели. Окно Елизавели». По большому счету это не касается вам присутствующих. Так наблюдая, ну наблюдая, имею, так сказать, аналитическое мышление и наблюдение, так как и все. Слава Господу, что в среде нашего народа в основном это опрятность присутствует. Это аккуратность в одежде, во внешности аккуратность. Это по Писанию. И когда братья периодически говорят с этого места, напоминают. А особенно брат Коля. Некоторые, возможно, некоторых это, друзья, но это, это к нашему же благу. К нашему же благу. Потому что если зачастую периодически чистый смысл не восстанавливать и не возогревать, знаете, что будет? Я попал в Сакрамента в одно служение. Мы пришли, это американская церковь я не унижаю. как констатация. Я, я пришел я не знал со своим меньшим братом, мы пришли на богослужение, это уже прошли года и мы думали, что мы попали на пляж. Так не должно быть. Окно Елизавели, Нарумянило, накрасилось, разноцветной одежды. История Елизавели очень оригинальна, очень уникальна. Если к Ахаву Господь еще какой -то, имел какое-то благовление, так к Елизавели там было полностью наоборот. Если Господь говорил еще даже, обратил внимание, говорит, смотри, как смирился Ахав, не, 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 не на виду бедствия в одни, ну, в одни сына его, на виду. Так Господь и сделал. Окно Елизавели. Это не вас. Да благословит вас Господь. А кто не знает, знаменитая первая Петра, особенно служителя, сочитывая, они часто говорят, первая Петра, по-моему, 3-3. 1 Петра 3-3. Если вы сведите, пожалуйста. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы, не наряженность в одежде. Ну, остальное вы знаете. Это напоминание Слова Божьего. Это напоминание. Следующее. Я очень бегло иду. Четвертое. Даниила 6.10. Даниила 6.10. Даниила 6.10. Откройте, пожалуйста. Даниил же узнал, что подписан такой указ. Пошел в дом свой. Окна же в горнице, в горнице его были открыты против Иерусалима. И дальше он три раза в день преклонял колени молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Об окне Даниила братья часто говорят. Я часто слышу эту проповедь. Когда мы в окне Даниила сидим, это так здорово. Это полная противоположность первых три. Это не окно матери Сисары, это не окно Милхолы, это не окно Елизавели, это окно Даниила это окно Даниила. Я знаю, что многие из присутствующих вы сидите у этого окна. И Господь вас да благослови. Это уникальная личность. Давайте вдумаемся. При пяти царях был угнан в плен, взят в плен в 15 лет, а прожил до 100 лет почти. 85 лет он был при фараонах. Приходили и уходили, приходили и уходили. А он был как кремень. Окно имел. И ежедневно, три раза в день, сидел у этого окна. Пришел и ушел на Вуходоносор. А Даниил есть. Пришел и был убит Алтасар. А Даниил есть. Потому что сидит у окна. Часто сидит у этого окна. Пришел и ушел. Не, не Валтасар, Дарий пришел и ушел. А Даниил есть. Пришел и ушел Кир. А Даниил есть. Пришел и ушел Артаксерс. А Даниил есть. До ста лет. Вот это жизнь благословенного. Вот это благословенная жизнь. Я вспоминаю отца. Отец у меня остался сиротой, когда ему было 7 лет. Расстреляли. Кагибисты расстреляли в 1941 году его отца. И мама умерла до этого. Расстреляли в Челябинской тюрьме. Взяли за то, что он проповедовал в Хмельницкой области, там и расстреляли. Отец остался в 7 лет сиротой. Круглый сирота остался. И вот отец нам рассказывает, что у нас на столе, на столе Библия лежала. Вот лежала Библия. Это, подумайте, это было 85 лет назад. И говорит, я в детских, я в детских годах, я в возрасте, в детском, я помню, что старшая сестра круглые сутки держала Библию на столе и открывала, и нам читала. Прошло с тех пор 85 лет. Я приезжаю к своему отцу вчера или позавчера, а у него на столе лежит, вот это лежит, та же самая Библия на столе 85 лет спустя. Ему 92 уже. Никогда не прогоришь, брат и сестра. Почему? Окна Даниила открытый в сторону Иерусалима. А это же он, вы думаете, кто? Киру. Вы думаете, друзья, кто Киру сказал? Нашел 44 главу Исаии и сказал, Кир, царь, а тебе 200 лет до этого Господь сказал, что ты отстроишь Иерусалимский храм. И Кир начал исследовать. Точно. Так и получилось. Он дал команду. Пришло все в движение израильский народ. Не имя Ездра. Те стены отстраивают, те Иерусалим отстраивают. Пошло движение. Окно Даниила. Да благословит нас Господь почаще в этом молитвенном окне. Не зря молимся о пробуждении. Не зря. Не зря молимся. Самое тяжелое в молитве, знаете что? Это молитва. Самое тяжелое в чтении Слова Божьего, это знаете что? Чтение Слова Божьего. Это самое тяжелое. Из-за этого это усилие. Открываешь окно и молишься, и просишь у Господа. Только таким образом можно состояться как личность. Только таким. Доживешь до ста лет, брат и сестра. Или раньше поки быть и уйдешь. Но уйдешь с Богом, как Даниил. Как Даниил. Следующее окно. Это окно Ноя, пятое. Избавление. Бытие 8.6. Это будет последнее это невидимое, это как состояние. А затем среди нас здесь есть еще два окна. Я этим завершу. И вы удивитесь. Да, два окна здесь, прям здесь. А у некоторых не по одному окну, а по два. И даже по три. По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега. Окно избавления. Пастор говорил утром слово о церкви, знаете что? Ковчег Ноя – это прообраз церкви. И вот Бог повелел, и написано, и сделал Ной так, как повелел Господь. Окно вверху, и вот он смотрел в это окно, когда остановился Ноя в ковчег, бегло иду, и будем заканчивать. И выпустил ворона. Ворон полетал. Нигде не написано, что ворон возвратился в ковчег. Нигде не написано. Полетал, полетал. Слушайте дальше. Когда он голубя в три раза выпускал, написано, что полетал голубь, возвратился и возвратился в ковчег, и Ной взял его в ковчег. А воронина не написано. Это другая тема, очень интересно. И вот окно избавления. Почаще бы в церкви было это открыто окно Ноя. Почаще. Почаще, друзья почаще. Наше избавление оттуда. Оттуда избавление. Да благословит Господь этого братика, который говорил, нет от орудия, нет, не от химарсов, оттуда молитва, оттуда, это здорово. 24 февраля это здорово. Оттуда избавит Бог оттуда, как Ноя избавил его семью. Оттуда. Пусть почаще будет открыто это окно. Друзья, я знаю, я наблюдаю за временем. Два окна. Это шестое, а это седьмое. Я пять проименовал. Вот это окно. Знаете, сколько этих окон на сегодняшний момент? Я проверял. Вчера проверял, 8 миллиардов. Представьте себе, на Земле 8 миллиардов людей, и вот этой штуки 8 миллиардов. 8 миллиардов. Как часто мы сидим у этого окна? Брат начинал это служение и говорил что люди искали, это Баранов брат, да? Люди искали прикасаться к Господу. Прикасаться. Ну, искали прикосновение, чтобы прикоснуться к Нему и получить исцеление. К Иисусу. Мы, прошу прощения, я выключу, это моя любимая жена высветилась. Прошу прощения. Мы к этой штуке... Подсчитано, подсчитано, вдумаемся. Каждый день подросток к этой, к этой вещи прикасается почти три тысячи раз. Три тысячи раз. А сколько мы прикасаемся ежедневно к Иисусу? Сколько? Ежедневно. Три тысячи раз. В Америке, в Америке 350 миллионов этого. 350 миллионов. Знаете, что это? Это всемирная паутина. Она в переводе на русский язык – всемирная паутина. Так и называется. Она окутала и опутала весь мир. Сидим мы у окна этого, как часто? Мы прикасаемся сотни раз ежедневно, а сколько к Иисусу мы прикасаемся? Ежедневно. Подсчитано. Здесь такие хитрые алгоритмы, молодежь знает. Очень хитрые алгоритмы. Они сделаны так, чтобы вычислить утром. Во сколько времени и сколько людей хватается за эту трубку? 50% американцев а это 180, 150, 150 миллионов человек, 150-160 миллионов. Первое, как только открываются глаза, знаете? Хватаются за что? Думаете за это? Это у наших родителей и у ваших, братья и сестры, пожилые. Это вы это делаете. Я знаю, я знаю. Первое, это вот это ищите. 160 миллионов каждое утро сразу хватаются за вот этот, за паутину. Это не я говорю, это статистика. Можете прогуглить. Здесь здесь. Это фейк news. А вот это good news. Я обратил внимание, и мы отдельно со служителями говорили, отдельно говорили, что это проблема для молодых людей, для молодежи. Это проблема. Братья это констатируют. Не попади в паутину не попади в паутину. Сидя у, сидя у этого окна, дьявол может показать тебе картину во всем его ужасе. Сидя у этого окна, мы увидим картину небесного Иерусалима во всей ее красоте. У какого окна мы будем сидеть? Меня позвонила одна сестричка с нашей церкви. Это было в Сакраменто. Она из Сеатла, с Нор-Сеатла. Брат Юра говорит, говорит, я хочу, чтобы вы сочетали меня. Говорю, хорошо. Первый вопрос я задал. Откуда жених? Где нашла? Встретила в церкви. Я нашла его на христианском сайте знакомств. Я говорю, я не сочетаю. Я говорю, я тебя уважаю. Не лезь туда для того, чтобы найти мужа или жену. Не лезь сюда. Не найдешь мужа или жену. Не лезь. Блаженны вы, молодежь, когда находите друг друга, встречаетесь друг с друг другом в собрании Божьего народа. Благословенны вы. Не ищите здесь мужа или жену. Не ищите, и я отказал. Она нашла другого пастора. Недолгой была супружеская жизнь. Говорю так, как есть. Недолго. Через короткое время разлетелись, как в море корабли, разошлись. Сидим у этого окна или сидим у этого окна. Здесь много хорошего, здесь много доброго. When you call your mom and you will tell your mom, mom, I love you so much. Это blessing для вас. I love you so much. Когда вы позвоните grand, grandpa, grandma, I love you so much. Please pray for me. You're so good to me. You mean so a lot for me. Это, это благословение. Это благословение. Когда мама или отец звонит, и вы убираете, убираете, когда мама или отец звонит, и вы делаете вид, что или, или выключаете. Шейм он ее. Прошу прощения, что я так говорю. С кем бы я ни был на телефоне, мои знают ближайшие. Как только здесь засветилась мама большими буквами, я все останавливаю. Я говорю, я дуже вибачаюсь, это я святе. Это святое звонит. И я беру маму. Мы сейчас будем молиться. Никого не обидел, братья и сестры? Говорил по сердцу или нет? Слава Господу! Да благословит вас Господь! Будем идти к завершению служения. Пастор передал. Лилия Огородник просила помолиться за Володю человека. В него инфекция в теле, и каждый день он должен... Езды до доктора на проверку. Это те друзья Володя и Лилия, которые живут в Кентукки. Если есть еще друзья, если есть какие-то нужды, мы будем молиться. Мы сейчас придем. Мы придем к окну. Мы придем к окну. Мы придем к окну Даниила. Мы придем к окну Ноя. Мы придем к вот этому окну. Там где жизнь. Там где свет. Там где истина там где, там, где свобода, в этом окна, в этом отнюдь, отнюдь Ему, возлюбившему, омывшему нас кровью Своей, слава, честь и держава во веки веков. Аминь. Склоняя колени, молимся. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.